Все более и более сложной для компании Warner Bros. Становится ситуация с фильмом Flash. Все более и более сумасшедшие подробности о его главной звезде Эзре Миллере всплывают в сети. Начнем с первых. Оказывается, что большинство потенциальных зрителей считают, что Flash вообще не должен быть выпущен никогда и ни с кем. А следующим по популярности решением является переснять фильм с другим актером, что не сулит для ВБ ничего хорошего. Что же касается самого Миллера, то недавно Vanity Fair написали о том, что актер окончательно спятил и, например, на съемках все того же Флэша не только оскорблял своих коллег, но еще и называл себя не иначе, чем дьяволом или Иисусом, в зависимости от настроения. А на ранчо Эзры имеются фигурки Флэша, на которые можно помолиться. Всем привет, с вами Юту, и мы начинаем. Итак, вы, наверное, знаете, что Эзра Миллер своими сумасшедшими выходками поставил компанию ВБ в крайне сложное положение. Ведь, с одной стороны, оставить у себя такого спятившего чувака, как Эзра, это что-то немыслимое в современном Голливуде. С другой, Флэш обошелся Warner'ом в $200 миллионов, плюс на этот фильм возлагались большие надежды. Как в итоге поступила компания? Конечно же, деньги победили, так что Эзра Миллер таки остался на борту Флэша, как ни в чем не бывало. Более того, Эзра участвовал в регулярно происходящих и ранее запланированных дополнительных летних съемках фильма, то есть пока актера разыскивали власти США, например, чтобы вручить ему еще одно запретительное постановление и не могли найти, Ворнеры прекрасно знали, где Миллер, более того, он снимался в их Флэше. Правда, немного погодя, актер решил вроде как все же начать каяться. Недавно Миллер извинился за свое сумасшедшее и опасное поведение, пообещав исправиться, хотя это мало что значит в глазах большинства публики, и даже более того, оказалось, что в массе своей зрители настроены более чем решительно в отношении и Эзры, и самого фильма Flash. Данные Morning Consult дали гораздо более четкое представление о том, как именно люди относятся к сложившейся ситуации, и результаты тут крайне наглядны. Итак, 49% заявили, что для них единственным выходом было бы вообще отменить и никогда не выпускать фильм. То есть, по сути, половина потенциальных зрителей говорит о том, что они вообще не хотят видеть теперь Флэш. А это означает, что если не половину, то как минимум треть своей аудитории это кино уже потеряло именно благодаря Миллеру. Но на самом деле ситуация гораздо хуже, ведь 33% поддерживают отсрочку фильма, чтобы его можно было переснять с другим актером в главной роли. Таким образом, получается, что, внимание, более 80% людей не хотят видеть Флэш с Эзрой в главной роли. Что для ВБ просто равно катастрофе. Катастрофе еще более ужасной, чем с фильмом «Аквамен» и «Эмбер Хёрд», ведь даже там нет настолько единогласной позиции неприятия фильма. Представьте себе, сколько сотен миллионов долларов ВБ уже потеряли, даже еще не выпустив кино, и все из-за одного придурка, уж простите за слово, обычно стараюсь не ругаться, но тут по-другому не знаю, как его назвать. Дата выпуска «Флэша», кстати, в настоящее время назначена на 23 июня 2023 года, и, видимо, Warner Bros. Считают, что извинений актера достаточно, чтобы ему все забыли. Но мы-то с вами теперь видим, что это вовсе не так. И если не 80%, то, наверное, добрая половина вообще не пойдет в кино на Флэш именно из-за Миллера. Не добавляет ситуации позитива и опубликованная в Vanity Fair информация о самом Миллере. Оказывается, у этого парня настолько протекла крыша, что на съемках Флэша он называл себя Иисусом. Актер именовал себя то Иисусом, то дьяволом, чередуя их в любой момент. По словам инсайдеров, Миллер рассматривал Флэша как Иисуса мультивселенной и сильно увлекся религиозным символизмом и аллегориями. Vanity Fair также сообщили о предполагаемых эмоциональных и словесных оскорблениях со стороны актера, которые оттолкнули окружающих. В отчете также говорится, что он нанял духовного советника, который сказал Миллеру, что масоны посылают демонов, чтобы его убить, а также что на ранче актера, которое он назвал горой, есть алтарь с фигурками Флэша, на которые можно молиться. Короче говоря, кукуха совершенно упорхнула от Миллера, и такие вот новые и новые факты отворачивают от него остатки хоть как-то лояльных зрителей. Что ж, тут можно лишь посочувствовать ВБ, ведь у них все и так непросто, а тут из-за одного психа, кажется, можно хоронить блокбастер на $200 миллионов, но с другой стороны, надо было раньше думать, с кем иметь дело. В общем, такие вот дела, пишите, как вам данная ситуация, не забывайте подписываться на наш канал, а также нажимать на колокольчик. Спасибо всем за просмотр. Пока-пока.